меня GokuRDT. Сегодня буду снимать новое видео по World of Tanks. Сегодня мы будем играть в эту игру. Да, сейчас запускаю карту. И начинаем мы. Пацаны, короче, как вы смотрите, вот. У меня, кто хотит Standoff 2 или больше роликов, допустим, с этой игрой, World of Tanks, кто хочет с этой игрой, ставьте лайки, когда наберется вообще где-то примерно 2-3 лайка, тогда я буду снимать. Или World of Tanks, кто проголосует, короче, вы поняли. Так, сейчас я заметил танку. Кто сейчас двигается? Это мой. Зеленый — это союзник. А красный — это против. Ну, я думаю, вы это все знаете. Сейчас я буду стрелять, конечно же. Или подкрепление. Нет, ну, не хочу подкрепление. Короче, вот, смотрите. Он даже не замечает. Смотрите, и уничтожил его. А, нет, это не я. Короче, вот. Какой прикол вам рассказать? Смотрите. Я... ну, вообще, кто хочет стендов, чтобы больше роликов было по стендопу, кто хочет, чтобы я против любого модератора, то я говорю, или вы голосуете, или нет. Мне не нравится. Но вы должны проголосовать, конечно же. И должны быть подписаны на канал с колокольчиком. Кто это сделает, тот тогда получит от меня в стендоффе так называемый скин, как вам сказать. Вот какой вы хотите, голосуйте в комментариях. У меня есть, короче, М-ка некромантер, да. СМ-10-14 некромантер, АВМ гир. Но я с легендарок не буду. Я не буду легендарки раздавать. Вот смотрите, я раздам рарки. Поняли? Я рарки раздам только. Потому что я не хочу, чтобы я остался в минусе из-за голды. Поняли? Я не хочу оставаться в минусе, но кто хочет, главное, кто хочет рарки. Но, понимаете, у меня только 3 скина. Нормально. Только 3 скина. Но я не хочу. А, кстати, я как раз уже... Даже когда играю, я даже не заметил. Ой, у меня там... Короче, что у нас получается? Сейчас запускаем и будем все стать. Но, пацаны, стоп. Я вам еще забыл сказать, кто хочет, еще раз повторяю, ставьте лайки, наберется 2 лайка, будет премьера по стендоффу, если хотите World of Tanks, тогда, премьера по World of Tanks. А более, даже если вы сейчас видите эту премьеру, то я, значит, ее решил без лайка премьеру. Ну, вы поняли. Я без лайка решил выпустить, может. Может, решил. Но это будет очень много времени будет занимать, понимаете? Это очень много времени будет. Того я не хочу. Но я не знаю. Но рулетка судьбы будет все решать. Рулетка судьбы. Так называемая рулетка судьбы. Decision Roulette. Я сейчас, вы видите эту программку, сейчас вы видите и скрин, да, вот, он, короче, и эта игра, в которой гулял, она, ну, вы поняли, она тоже будет помечена вам. Ну, короче, как бы так сказать, я, короче, был... Немного спойлер. Следующее видео будет, может, и не по стендоффу. Может, и не по стендоффу, но позже. Но это все рулетка судьбы тоже решит. Какую игру? Кош, бас, симулятор
или это игра World of Tanks, или, как я думаю, стендов. Это все, конечно же, решит рулет. Потому что я сам не знаю, понимаете? Я сам не знаю. Ну да ладно, ладно. Хорошо. Ну, это все рулетка решит. Ну, значит, короче, у нас... знаете, пацаны, я, короче, взял себе премиум аккаунт. У кого-то уже есть такая игра, рекомендую ее, конечно. Скачка на нее будет, ссылки в описании. Обязательно ссылки в описании. Потому что... Потому что это... Потому что это самая лучшая игра, короче. Которую я играл. И... Как бы получается, что... Понимаете, у нее... Если у меня даже слабый телефон... Понимаете, мне слабый. Вы видите, как у меня FPS вообще. Очень низкой. Ну, где-то там 10 FPS. А в этом у меня вообще 50, понимаете? What the... Ну, вы поняли, короче. Давайте, пацаны, мы набрём. У меня эта статистика, она меня очень расстраивает. Конечно, вы сейчас видите её на экране. Она меня очень расстраивает. Давайте, кто сейчас смотрит этот ролик, подпишитесь на меня. Также, когда наберется 100 подписчиков, я, может, разыграю даже и легендарку. Ну, это, пацаны, я только разыграю, может, эпик разыграю. Это я имею внимание, что в игре в Stand of 2. Но, кто хочет просто себе получить просто какой-то скинец. Пацаны, кого будет больше 20 голды, тот... Смотрите. Он, короче, смотрите, как будет передаваться наш скин. Смотрите. Я выставлю. Значит, я выставлю скин где-то за 0.03. Да, пацаны, я за 0.03 выставлю. А вы где-то на 1 миллиголду должны будет больше больше добавить. Ну, я думаю, поняли пока, что это, конечно, да, но... Ну, кто хочет вообще, чтобы я эпик разыграл? Кого будет больше 10 голды, он мне, смотрите, он мне будет присылать тогда, что у него, доказательство есть, что у него будет больше 10 голды на аккаунте. На аккаунте, да-да-да. Смотрите. Ну, вы поняли. Короче, чтобы вот так вот было все. Кто хотел, чтобы 100 подписчиков? Может, на 50 подписчиков я разыграю рарку? Разыграю. Ну, это кто из нас? Может, и разыграю рарку. Может, и нет. А может, и я вообще разыграю какую-то анкомонку. Но 50 подписчиков это очень мало. А уже сотка это... Уже, да. Я согласен, сутка это уже нормально. Но, когда наберется хотя бы, говорите своим друзьям, чтобы ваши друзья говорили им друзьям, чтобы и так дальше, чтобы эта информация распространялась по всему, чтобы она просто распространялась. Вы понимаете? Это мне нужно, чтобы хотя бы были подписчики. Тогда... Тогда я, может, разыграю вообще и арканку. Ну, когда у меня будет 2000 подписчиков, тогда я, может, разыграю аркану тогда. Ну, пацаны, ну смотрите. Это видео для вас рассказывал, короче. Кто хочет еще премьеры, тот ставит лайк. Подписываться на канал, выполнять все условия, которые нужны для выигрыша. И я думаю, и все, пока.